Выходим? Почему бы и нет? Ага. Так, короче. Так, задание. Так, это всех, да? Всех все выполнено. Легендарная лягушка. Ладно. Так. Сначала давай гонку попробуем проехать. Ну что, готовы к тест-драйву? Давай. Желаю вам удачи. Внимание! Поздравляю, вы установили новый рекорд! Синди устроит для вас что-то особенное! Легче. Ах.
Унылая пора. Угу. Не отставай! Спасибо, что подвез. Спасибо, приятель. Если ты всерьез собрался, тебе нужна будет приманка покрупнее. На рыбалку. Как ребенок в магазине игрушек. Представление начинается. Так. Поехали. Обалдеть. Поверни удочку к рыбе! Класс! О. Пожалуй, надо сделать перерыв. Здоровенная клюнула. Пойдет.
ну, почти же поймали! Хватит тянуть! Вот и все. Не стоит забывать о леске. Думаешь, она выдержит? Леска! Все готовы? Ага, идем. Пошли. Это размерчик. Я не знал, что такие бывают. Так что, мы предпримем? Что? Осторожно, любая ошибка может стать последней. Так где мы сегодня остановимся?
Ну, можно здесь. Ставим лагерь. Над нами перцы! Спасибо. Чем не было. Спасибо за поездку. Что интересует? Прошу. Пиздец, я нахуй просрал все свое. Спасибо. Полегче. Всю гордость нахуй просрал. Блять. Охота начинается. Да это сильно. Страхов по ночам плавать в каком-то месте. По-любому хищники тут по ночам. Сколько же здесь насекомых! Спасибо, что подвез. Так, дед. Сейчас, до блядь, встречи. Поймаем эту рыбу на. Так ты удочку не забросишь. Размахнись как следует. Сука. Че за стол? Бьет! Обалдеть! Thank you.
Во-во-во-во. Это что-то новенькое. Что это? О! А, тяжелое! Нихуя. Зубатка. Молодец, чувак! Чувак! Так, ну щуку мне можно сегодня, да? Вот уже пока не ждать, да? Уже. Все. Так, это такая же хуйня. Поехали! Это что было? Я сейчас вот потренируюсь. Получается все лучше. Хуйня. Так. Давай свалим. Место отдыха. Ладно. В машине. И так, да, вот за место отдыха. Да чуть больной, пешком не можешь спокойно. Короче, погнали. Идем. Этот выпуск про охоту, про рыбалку и охоту. Добрались. Так. Я уже отрубаюсь. Ага. Да ладно, мы ж просто побегаем. Thank you.
нравится. Так, сейчас, да, будет задание? Вот оно. Эй, Нокт, не хочешь завтра на рыбалку сходить? Чего это ты вдруг? Тут рядом Весперпул, а в нем живет так называемый Владыка Озера. Какой такой Владыка? Настоящий монстр. Его никому не удавалось поймать. Ты меня заинтриговал. А еще скажу, что это легендарная рыбина. Ну как, хочешь поймать Владыку? Хм, еще бы. Значит, завтра прямо с утреца. Заметано. Пошли, поймаем эту царь-рыбу. Ну, держись, Владыка Озера. Мы идем за тобой. Вот это я понимаю. Загорелся так загорелся. Как говорится, все или не... Блядь. Я не могу ее призвать, пешком выполняться. Куда ты? Так. Чем могу помочь? Сейчас я тебе скажу, чем надо. Прошу. Спасибо. Давай. Так. Здоровенная клюнула. Сука. Ты, блядь, мразь такая.
блядь, сопротивляется. Полегче с леской. Ты заебала, блядь. Отправляем за средоточием. Да, вперед! Полегче. Что будем делать? Делай, что хочешь. Должен мне ответ. Как же это уныло. И то верно. Хочешь сказать, ты поймал эту щуку? Пришлось попотеть, да. Первый раз вижу рыбака, который так быстро учится. Ты меня поразил. Может, тебе пора поймать крупную рыбу? Что за рыба? Легендарный гигант, Сиджильский дьявол. Если такое прозвище тебя не пугает, встретимся на причале Галдина. Ах, да. Вот, держи. Думаю, тебе... это пригодится больше.
Да? Узнаем. Разобьем лагерь. Лагерь. Опять. Ты что-то имеешь против палаток? Неплохо. Поменяй леску, пока не поздно. Мы победили, Нок! Хо-хо-хо! Вот это монстр! Смотри, к нему что-то прицепилось. Что это? Какая-то приманка? Это трофей, который он добыл в одной из многочисленных битв. Все еще в хорошем состоянии. Это нам пригодится. Добыли и рыбу, и средства наловить еще. Парни будут просто в шоке. Отличная тренировка! Да-да, я знаю. Я просто великолепен. Тут и смотреть не на что. По крайней мере, можно купить оружие. Еще хотите? Отлично. Как быстро! Отлично! Хорошая работа! Как быстро! Отлично!
О, как быстро! Вы уже поели? Вот кто у нас вышел на охоту. Точно? Чем могу помочь? Понял. Прощай, желудок. Заходите. Трудитесь без отдыха? Еще хотите? Что хотели? Заходите. Наука не ждет. Идите, собирайте образцы. Готовы к приключениям? Ага. Тогда вперед. А, холодно. Погода портится. Хоть под землю лезь. Пошли. Yeah!
Похоже, мы нашли то, что искали. Спасибо, что подвез. Похоже, мы нашли то, что искали. Где ее? Понял! Что? Ой! Гладио! Промахни! У меня в животе вообще. Давайте поскорее закончим, а пойдем есть. Вот тебе! Да он... Радио, давай! А вот и мы! Сюда! Долой! Рамка с тобой! Получи! Что?
Я умираю от жажды. А я умираю с голоду. И при этом мы все живы. Стоит запастись зельями и всем прочим. Да, даже от тебя иногда бывает толк. Это что значит иногда? Еще хотите? Отлично. Как там у вас дела? Заходите! Мне так хочется попробовать, как готовит Ирис. Будем считать, что я ничего не слышал. Да ладно тебе! Когда для тебя готовит девушка, это совсем другое. В почве растения отлично себя чувствуют. У вас замечательные овощи. Мои повара и клиенты будут в восторге. Если у вас останется часть урожая, я непременно куплю. Держите свое оружие.
наслаждайтесь мощью. Не робей, парень. Вот, наслаждайтесь мощью. Может, свет включим? И то верно. Остановимся на ночь. Мягкие постельки! Да это же... Это же... Что? Ничего, показалось. Поймал момент. Ха-ха, ну так. Ты смотри. Ты смотри. Да, знаю. Почему ты такой фотогеничный? Везет. У меня есть то, что нужно. Что будем заказывать? Какой цвет покрасить? А с колесами что делаем? Смотри, вот что я могу сделать. Наклеивать что-нибудь будем? Thank you.
Что выберешь? Будем ли что-нибудь улучшать? Ну как? Подождите немного. Ну как, нравится? Все как заказывали. Погнали. Идем.